Доброе утро. Греция, порт Пиреус. Доброе утро, Магнифика. Сегодня трансфер на Магнифику, наконец-то. Красивый лайнер. Доброе утро, Димон. Как дела? Нормально. Я хочу трансфер сделать на Магнитику нашу. Побыстрее. Да, наконец-то. Сегодня мы меняем судно. Надеемся, кормить будут лучше. Надеемся, сделаем вакцину, не будем сидеть 14 дней играть. Да, не говори. Однозначно здесь кабины лучше, чем на Splendide. Здесь светлее и чище. Это в глаза сразу бросается. Пол чистый, пропылесосили. Ковры чистые. Диван чистый. Нет пыли. Отлично. Наконец-то я на Магнифике. И что приятно, так они позаботились даже о еде. Нам не придется ждать ужина. Скорее всего, потом и ужин будет. Это здорово. А теперь откроем балкончик. Ага, закрытый. Ой, какой кайф. Вот он, видончик. Чистый балкон. Нет грязи. Вот это самое главное. На Splendide нас заселили в неубранные кабины. Они были убраны частично, только постель была чистая. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Всем привет! Сегодня 10-й день моего карантина, и наконец-то на борту круизного лайнера MSC Magnifica. Информация подтвердилась. Кормят здесь лучше, чем на борту MSC Splendide. Порции побольше и разнообразней. А также весь экипаж вчера прошел вакцинацию. Первую дозу, скажем так. А вторая доза будет через месяц. Вакцина называется Moderna.
по статистике, как они говорят, это лучшая вакцина, и якобы от нее нет последствий побочных. Ну, как говорится, время покажет. Просто мы живем в такое время, когда о тебе никто не позаботится, если ты сам этого не сделаешь. Сам процесс вакцинации проходил бесполезненно. Но ночью я не мог спать на левой стороне, потому что ощущение, будто бы кто-то меня вчера ударил в плечо очень сильно, и у меня внутренний синяк. Сейчас 7 часов утра, и я уже позавтракал. Наконец-то, первый раз за 10 дней я чувствую себя сытым. Это приятно. Красивый вид, хорошее настроение. Жду окончания моего карантина, жду репетиций. Хочется работать.